Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Paper Edition, и сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер. Далее нажимаем на 4 точки в правом верхнем углу. Выбираем закладки «История». Выбираем «История». И далее нажимаем на значок веника. И нажимаем «Удалить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.